мы студенты и списываемся в социальных сетях, находим друг друга. Вот так вот тоже мы просто во время того, как мы пока стоим, тоже подходят люди, проявляют инициативу и тоже хотят поучаствовать с нами, допустим. Тоже становятся рядом, тоже, да? Да, становятся рядом, потом присоединяются к нам, потом мы обмениваемся данными, и, ну, в основном в социальных сетях, как бы, мы все списываемся. А какая-то группа или что-то? Да, у нас есть группа в Фейсбуке, называется «Лига волонтеров Днепропетровск». Мы туда выкладываем, ну, наши фотографии, отчеты. А куда вы потом все это передаете? Есть какой-то склад или база? Да, да, мы работаем с центром помощи военным раненым. Он находится на Комсомольской 58, третий этаж, 315 кабинет. Это... То есть люди могут туда прийти, да, сами? Да, люди могут принести, сами, да? Непосредственно именно туда все приносить, сносить. Нужны продукты, вещи. Белье для раненых солдат, которые лежат у нас в госпитале. На Комсомольской 63 у нас ребята тоже лежат раненые. Им нужны тоже футболки, носки, нижнее белье. Вот это все люди могут приносить на Комсомольскую 58. Мы тоже, кстати, собирали и заработали с центром помощи беженцам. Тоже проводили такие акции, собирали помощь беженцам. У нас центр помощи беженцам в Днепропетровске на Карла Маркса 119А. Туда люди тоже могут приносить и продукты, и вещи. И мы тоже проводили акции и помогали беженцам. И вот пока такая ситуация, что нам остается? Нам только остается помогать друг другу, кто чем может, по возможности. Слава Украине! Героям слава!